Ульяновец Егор Охотников стал победителем очередного этапа Кубка мира по ралли-рейдам. Гонки проходили в начале ноября в Арабских Эмиратах. Егор Охотников вошел в международный экипаж с Салихом Аль-Саифом из Саудовской Аравии. Команда стала первой в классе Т3. За 5 дней молодые люди преодолели в общей сложности 2000 километров. После 3-го дня у нас был с одним экипажем разрыв всего 2 секунды, то есть это за 1000 километров. А после 4-го дня как раз-таки вот экипаж, с которым мы были очень близко, они столкнулись с техническими трудностями. И после 4-го дня наше преимущество составляло более часа. В итоге тактика ульяновского штурмана привела экипаж к победе. Гонка стала последней в календаре мотоциклетного Кубка мира, а вот автомобильный Кубок мира финиширует в Саудовской Аравии в начале декабря.